тихий уют семейных традиций, праздников шум, счастливые лиц. Мы во вселенной маленький, мир, в котором любят. Каждого спросит и каждый ответит, крепче стены не найти на планете. А окна домов, как маяки, там ждут родные люди. Семья – это действительно самое главное. Семья – это то, с чего все начинается. Семья – это маленькое государство. Друзья, берегите своих близких, любите, цените каждое мгновение, которое проводите вместе. Спасибо. Сегодня мы с вами еще не раз будем вспоминать историю Крыма. 80 лет назад, 12 мая 1944 года, во время Великой Отечественной войны, полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. За героизм 160 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Керченских, Перекопских, Севастопольских, Севашских, Феодосийских, Ялтинских. 230 воинов удостоены звания Героя Советского Союза за освобождение Крыма. Тысячи бойцов награждены орденами и медалями. И я лично горжусь, что мой дедушка участвовал в освобождении Крыма, где и живет наша семья. А в 1945 году приказом Верховного Главнокомандующего Севастополю было присвоено звание города-героя. И мы отдельный привет передаем и Севастополю, и крымчанам, потому что тот дух героизма живет в жителях полуострова и сейчас. И 10 лет назад они доказали это всему миру. Наши отцы, деды, прадеды защитили родную землю, подарили нам с вами мир. Как трудно выбрать на пути, куда смотреть и с кем идти. Как часто боль, тоска и страх меняют мир в твоих глазах, когда простых ответов сразу не найти. Мы смотрим вверх, но тянет вниз. Кого на трон, кого на бис. Кто торопясь, кто не спеша, рука к руке, к душе душа, и выше неба ставим маленький каприз. Мы смотрим на звезды, мы смотрим на звезды. Любить никогда не поздно. Поверить, что все случится, нам поможешь ты. Найди
Одна на всех. Страна одна на всех. Наша общая история одна на всех. С праздником, Крым и Россия! Ура! А ведь мы даже порой и не задумываемся, сколько нужно принять решений, выполнить задач для того, чтобы наша с вами жизнь становилось благополучнее, разнообразнее и безопаснее. А ведь если узнать о национальных проектах России, то вообще открываются колоссальные перспективы, грандиозные планы, которые вместе нам предстоит осуществить. Мы развиваем науку и технологии, создаем современные кампусы, строим новые школы, выявляем таланты, поддерживаем молодые семьи, заботимся о старшем поколении. Перед нами с вами стоят очень важные задачи. И только вместе мы можем сделать нашу жизнь ярче и лучше. Россия действительно страна возможностей, но развиваться можно только с опорой на историческую память. We'll be right back.
были молодыми, друг друга так ценили, мы и так любили. Ты младше на год, а мне 16, и каждый день в тебя готов я был влюбляться. А помнишь, что дом мы с тобой вдвоем, и я тебе включаю самый первый мой альбом. За окном идет дождь, мы с тобой не спим, и ты мне говоришь, что я твой номер один. Один. Молодейте, молодейте, молодейте и всегда оставайтесь молодыми в душе, потому что именно молодым предстоит сделать нашу страну великой. Самой любимой, самой дорогой молодежи, сегодня все руки вверх и все аплодисменты этого вечера. Ура! Крым всегда вдохновлял на творчество художников, писателей, поэтов. Пушкин сочинил здесь свой Бахчисарайский фонтан. Чехов написал «Три сестры», «Горький» — песню о соколе. Александр Грин создал «Алые паруса». А вспомните картины Айвазовского, Левитана, Куинджи. Уникальное место с уникальной культурой, где в мире и согласии проживают 175 национальностей. Край, где живет красота. По всей земле, во все столетия, великодушны и проста, всем языкам на белом свете всегда понятна красота. Хранят изустные творенья и рукотворные холсты неугасимое горенье желанной людям красоты. Людьми творимое навеки, она понятным языком ведет рассказ о человеке, с тревогой думает о нем.
и неуклонно в жизни ищет его прекрасные черты. Чем человек сильней и чище, тем больше в мире красоты. «18 марта 2014 года. Этот день стал началом новой истории нашей страны. За эти 10 лет в Севастополе и Крыму при полной поддержке России проведены грандиозные преобразования. Развиваются транспорт, дорожное строительство, образование, медицина, культура, наука, спорт, экология, энергетика, сельское хозяйство, туризм. Крым – это более 2 миллионов граждан России. Это 26 тысяч квадратных километров территории. Это здравницы, санатории, пансионаты, грязелечебницы, детские лагеря, 2500 километров пляжей, уникальная крымская кухня со множеством кулинарных традиций. Это 4 мощных полноценных торговых порта и 17 портопунктов, 3000 гектаров виноградников и всемирно известные винодельческие компании. Мы говорим всему миру: Крым, Севастополь! Это Россия! Это наш дом! Это наша страна! Каждому досталось завидовать больше нечему. Сердце поломалось, я запущу его к вечеру. За мной ходит прошлое, словно тень, а я приму все, что дал мне этот день. Я хочу быть настоящим, я хочу любить бесконечно, я хочу жить в настоящем. Любому стоит, кто кому достался, меня совсем не беспокоит. Не оторвать мое прошлое, словно тень, а я люблю все, что дал мне этот день. Спасибо. Я родом из маленького городка нашего замечательного города Сочи, который находится на побережье Черноморского моря. И мне совсем не безразлично, какие корабли по нему будут ходить.
И поэтому Севастополь и Крым – это Россия. Москва во славу Божью – это столица. И мы все вместе. С праздником вас! Пора и собраться в путь, но и вам.
Спасибо. Крым – древняя Корсунь. Это место силы нашего государства. Это колыбель православия. Поэтому за эту землю всегда шли бои. Оборона Севастополя случалась в истории не раз и даже не два. Но всегда сила русского духа и русского оружия одерживала верх. Комбат, Батяня, Батяня, комбат, за нами рай.
натянуты, нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь, артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем, и снова в атаку себя мы бросаем. Давай за жизнь, давай. Свинцовыми тучами стелится низко туманами рваными. Хочется верить, что все уже кончилось. Только бы выжил, товарищ мой раненый. Ты потерпи, браток, не умирай пока. Будешь ты жить еще долго и счастливо. Будем на свадьбе твоим отплясывать. Будешь ты в небо детишек подплясывать. Давай за жизнь, держись, брат, до конца. Давай за тех, кто дома ждет тебя. Давай за жизнь, будь проклята война. Давай за тех, кто дома ждет тебя. Давай за них, давай за нас. И за Сибирь, и за Кавказ. За цвет далеких городов. И за друзей, и за любовь. Давай за вас, давай за нас. И за десант, и за спецназ. За боевые ордена. Давай поднимем, старина. В старом альбоме нашел фотографии тебя. Он был командир Красной Армии. С ним на память Берлин 45-го века ушедшего воспоминания. Запах травы на рассвете нескошенной. Стоны земли от бомбежек распаханной. Пара солдатских ботинок и стоптанных. Войнами новыми и войнами старыми. Давай за жизнь. Давай за тех. Давай за жизнь. Только реальными делами можно добиться успеха. И главное, никогда не сворачивать с выбранного пути. Мы свой правильный выбор сделали, избрав президентом России Владимира Владимировича Путина. И еще раз показали всем, показали всему миру, что мы, народ России, команда единомышленников. Для нас нет невыполнимых задач, нет ничего невозможного. У нас грандиозные планы, мы не боимся трудностей. Нам по плечу самые масштабные проекты. Во имя России, во имя будущего, во имя наших детей, нашего большого многонационального народа. Настало то время, когда каждый понимает, что все в этом мире зависит от нас, от наших талантов, способностей, желания сделать свою страну самой передовой, самой развитой, самой могущественной. Мы движемся вперед со своим президентом, со своим лидером, потому что мы ему доверяем. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Россия! Россия! Россия!
Дорогие друзья, я от души всех приветствую. Приветствую и поздравляю вас с праздником, с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. Вот ровно 10 лет назад на Красной площади здесь, передвигаясь вот на эту же сцену, вспомнил о том, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем. Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань. Но Крым – это не только стратегически важная территория. Это не только наша история, наши традиции и гордость России. Крым – это прежде всего люди. Севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи. Но что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью. Их путь на родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это. И это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга. Вот только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пройдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога к Крымскому, для Крымского моста. Вот мы вместо Крымского моста. Вот так вот вместе, рука об руку, будем идти дальше. И именно это, не на словах, а на деле, делает нас реально сильнее. И все это происходит благодаря вам. Гражданам России. Россия! 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 Дорогие друзья, только что я встречался с коллегами, которые прошли свой путь в президентской кампании. Они все здесь. Я пригласил их, это неожиданно для них, пригласил их прийти к вам на сегодняшнее мероприятие, праздничное мероприятие. У нас разные подходы к достижению общенациональных целей, но у нас одна Родина, они здесь. Я поздравляю вас с праздником и хочу, чтобы они тоже сказали сегодня несколько слов. Дорогие друзья, вы помните то тревожное время, вся страна переживала, но все верили и надеялись, что Крым вернется домой, вернется в родную гавань. Мы все прекрасно помним, как президент России Владимир Владимирович Путин активно делал все, чтобы то стремление народов Крыма преобладало, и они вернулись домой. Россия, Крым, Родина одна! Россия, Крым, Родина одна! Россия, Крым, Родина одна! С праздником, дорогие друзья! Десятилетием! Ура! Добрый вечер, Россия! Добрый вечер, Крым! Добрый вечер, Севастополь! Мы помним те волнующие дни ровно 10 лет назад. С того дня Крым и Севастополь на политической карте мира навсегда в составе Великой России! Это были непростые дни, но не было другого решения, как вернуться домой. Мы помним счастливые лица и все эти 10 лет, искрящиеся глаза, улыбки тех, кто вернулся домой,
тех, кто вернулся в родную гавань, тех, кто вернулся в великую Россию. И сегодня, отмечая первый юбилей этого исторического дня, который навсегда вписан золотыми буквами в российскую историю, я хочу еще раз поздравить всех мужественных людей, крымчан, севастопольцам с этим юбилеем. За Россию, за наше великое будущее, за президента великой России! Дорогие друзья, я никогда не забуду свое чувство, то чувство гордости за свою страну и за своего президента вот ровно 10 лет назад. Поздравляю вас с этим праздником! Поздравляю с праздником! Да здравствует Россия! России. Спасибо. Россия, 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 Россия.
Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночи луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, и кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, а для молодых кумир. И ни шагу назад, пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит им каждому данное слово. Вдаль светит свет из окна, наша вера сильна, а в единстве и мужестве сила. С ним спокойна страна, всегда что бы ни происходило. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, а для молодых кумир. Дай ему сил, нашему президенту, каждому бойцу в окопах, нашему народу. Каждого из нас переполняет гордость за нашу страну. И мы очень хотим разделить с вами, дорогие друзья, этот замечательный праздник здесь, находясь на Красной площади, в центре нашей столицы, в центре нашей страны. Мы всех поздравляем с этим замечательным днем. И мы приглашаем на сцену актера, лауреата премии правительства Российской Федерации и премии президента Российской Федерации Антона Шагина. Добрый вечер, дорогие люди! Я прочту стихотворение Виктора Бокова. Оно написано 60 лет назад, но его строки актуальны и по сей день, поскольку любовь к родине, к ее судьбе, к ее будущему будут тревожить поколения и сердца наших людей во все времена. Откуда начинается Россия? С Курил, с Камчатки или с Командор? О чем грустят глаза ее степные? Над камышами всех ее озер. Россия начинается с пристрастия к труду, к терпению,
к правде, к доброте. Вот в чем ее звезда. Она прекрасна, она горит и светит в темноте. Отсюда все дела ее большие, ее неповторимая судьба. И если ты причастен к ней, Россия не с гор берет начало, а с тебя. С праздником! С праздником воссоединения! Низкий поклон нашим воинам и их семьям! С Богом! Утром над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать, и так хотелось бы до понедельника дожить и показать еще, как Родину влюбить, и рассказать любимым, как мои ребята в рассвет шагали под пули и гранаты. Каталова стояли настоящие бойцы. Нас всегда учили быть ответственными за наши поступки, за наши дела, за нашу страну. Надеемся, что эти песни помогут нашим ребятам преодолеть все и победить. Наш народ всегда с честью выходил из всех испытаний. Мы побеждали, мы побеждаем, и мы победим, работаем! 18 марта – это значимый день в новейшей истории нашей страны. День, когда мы всем показали наше единство, показали будущее нашей страны. День, который объединил Крым, Севастополь и всю страну в едином порыве. Мы поняли, что мы есть, и мы гордимся нашей страной. Друзья мои, весна – это время, когда день становится длиннее ночи, когда берет начало новая жизнь. И вы знаете, что по традиции происходит весной? Приходит русская весна. А что такое русская весна?
это время наших с вами побед. Весна – символ русской победы! Как настроение! Споем вместе! Дорога страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. В буднях великих строек, в веселом грохоте огнях и звонах. Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых. И осени, и пользу, и к тропикам, и к пользу. Легла родимая, необозримая, несокрушимая моя. Красиво, мой родной, любимый дом. Здесь народ душой красивый, здесь я дома, здесь я свой. Только не понять умом Россию, и не надо мне другой. Уж если пир-то гулять, красиво жить, так уж жить. А коль стрелять, так стрелять. Коль любить, так любить, прожить до смерти, дружить. Да не тужи, да не скучай, загадка русской души. У русских все через край. Прожить до смерти, дружить. Да не тужи, да не скучай, загадка русской души. У русских все через край. Света тебе и радости, мира и благоденствия, верных друзей хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Страну и в своего президента. Давайте поаплодируем, друзья! Ура! С праздником всех! Друзья, мы завершаем концерт, посвященный десятилетию воссоединения Крыма и России.
Крыма, Севастополя и России. Мы все одна страна. Друзья мои, пусть то хорошее настроение, которое подарила нам сегодня Красная площадь, не покинет вас никогда. И все, что задумано, обязательно сбудется, потому что это Россия. До скорых встреч! Всех еще раз с праздником! Будьте счастливы и здоровы!